Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил Мангистаускую область. Это уже второй его визит в регион в качестве президента. Полгода назад глава государства ознакомился с его социально-экономическим развитием, а сегодня принял участие в открытии новой достопримечательности – культурного центра имени Абиша Кикилбаева. Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения выдающегося писателя. Сегодня на его малой родине собрались соратники, коллеги и поклонники творчества. В числе таковых и сам президент. Глава государства удостоился высокой чести открыть памятник великому писателю. Новую достопримечательность установили у центра Кикилбаева. Сегодня же Касым-Жомарт Токаев посетил и музей. О том, сколько здесь собрано экспонатов, его сотрудники сказать пока затрудняются. Фонд еще пополняют.